Трое украинских военных и около 50 сторонников самопровозглашенных народных республик погибли за минувшие сутки на востоке Украины. Об этом сообщают в штабе силовой операции. Представители ДНР и ЛНР эти цифры не комментируют. Военные докладывают, что взяли под контроль пограничные КПП Изварина и Краснопартизанск, а сторонники Донецкой республики ушли из Северска. Готов до последнего воевать со своими товарищами, чтобы это быстрее закончилось. Чтобы племянники нормально по земле ходили. В Донецке ночь прошла неспокойно. Сепаратисты вели обстрел городского аэропорта, который сейчас контролируют украинские военные. Жителям близлежащих районов советуют не выходить из дома и не подходить к окнам. Мы защищаем свою родину. И мы не хотим, чтобы какие-то западники приходили и нами управляли. Просто этого мы не допустим. Здесь много шахтеров, много строителей. Просто народ. Премьер самопровозглашенной Донецкой республики Александр Бородай сообщил, что готовится частичная эвакуация из города. По его словам, России придется принять еще несколько сотен тысяч беженцев. По данным ФМС, сейчас на российской территории находится около 450 тысяч украинцев.